Евгений, какое настроение у команды? Какие ваш настрой в этом турнире? Ну, настрой у нас предельно боевой. Вот, тем более последняя Олимпиада, к сожалению, завершилась неудачно. До этого девочки играли всегда здорово. Да, мы победители там, 3 Олимпиад. Вот, прошлый чемпионат мира мы заняли 2-е место. То есть, ну, будем бороться за самые высокие места. Расскажите, пожалуйста, пару слов про состав команды. Все у нас, в принципе, опытные шахматистки, те, которые уже неоднократно защищали честь сборной России по шахматам, да, ну вот, допустим, Александр Костенюк и Валентина Лагно, да, ой, Валентина Гунина, они уже много лет, да, представляют нашу сборную, ну и другие девочки, да, в принципе, опытные, Екатерина Лагно, вот, да и Ольга Горячкина, и... Ольга Гиря. Слушай, можно это заново? Ольга Гири и Александр Горячкин, да. Вот, это, как бы, так сказать, они уже давно играют за команду, вот, и мы надеемся, что все будет, как бы, успешно. Помимо вышеперечисленных шахматисток, насколько я понимаю, скамейка запасных в российских шахматах, можно сказать, резиновая. Кто еще присматривается в состав сборной из молодежи? Ну, как раз вот из молодежи у нас играет Александра Горячкина, да, то есть она хоть и играет давно, но все-таки это очень молодая шахматистка. Я бы сказал, что пока вот таких конкретных фамилий называть не хочется, талантливая молодежь есть, но называть мы не будем, просто чтобы они развивались спокойно, росли, вот, а за их успехами будем следить обязательно. Ну и напоследок, как команда готовилась к соревнованию? Мы провели несколько сборов. Один из них непосредственно был за 3 дня до турнира. Ну, даже за 4 дня, да, он был короткий сбор, потому что много играли девочки, им надо было тоже и отдохнуть. И, ну, вот, Гири и Горячкина играли в первенстве Европы мужском даже по шахматам. Мы, в принципе, успешно играли. Да, вот. Ольга заняла 1-е место среди женщин, да? Да, а Александра заняла 3-е место, да, что тоже... Хорошо, вот, и, в общем, сборы все прошли отлично, подготовка была хорошая, за что вот мы искренне благодарны нашему спонсору ФСКЕС, вот, в принципе, все отлично, все условия для хорошей игры есть. Евгений, спасибо большое, удачи вам. Спасибо.